благодарю за сегодняшний мастер-класс. Спасибо тебе, Алена, что позвала на этот праздник. Мне из творчества вообще нравится народное. В отличие от современной музыки, которая рваная, непонятная и такая разрушающая, я бы сказал. И больше всего мне нравится, соответственно, русское народное творчество. Я ходил и хожу на много концертов, хоровое пение, когда вот наши народные инструменты. Вот. Но в родне у меня нету, никто не занимается ни вокалом, ни музыкой. Поэтому я долгое время думал, что я так и останусь по ту сторону баррикад, буду только зрителям и смотреть. Вот. Но душа просила, и выбор пал на гусли. Я их купил, долгое время они у меня лежали. Я искал, с кем буду учиться, пробовал онлайн-курсы, не зашло. Все-таки живая встреча – это совсем другое. Вот. И не думал, что за такое короткое время, то есть по факту 8-9 занятий прошло, итог 4-5 мелодий уже на среднем уровне. Вот. Если так дальше пойдет, то я считаю, что можно и вокалом заняться, и все совместить. Вот. Спасибо, Алена, большое, низкий поклон. Все творческие успехи, считаю, впереди. Спасибо.